Так, стакс, че это тут у нас? О, да это же прохождение Far Cry. Вау. Найс. Летим. Амита, что с тобой? Что с тобой? Думаешь, это легко? Быть первой женщиной Золотого Пути. Стремиться к переменам. Постоянно слыша за спиной, что ты нарушаешь тысячелетние традиции. Я настоящий воин. Я буду защищать Кират любой ценой. А они видят лишь женщину. Воинка. Если что. Аджай, ты же умный. Скажи, может, это не мое? Последователи Сабала, их столько. Это они слепы или... Или я чего-то... Не понимаю. Нет, отступают лишь слабаки. Слушай. Помнишь чайную плантацию? Тот урожай отправили на старый кирпичный завод. Сабал приказал уничтожить все подчистую. Хочешь захватить груз? Именно. Мы думаем о будущем, а этот осел застрял в прошлом. Со мной вперед, с ним назад. Я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор. Правильным выбором, я так понимаю, она предлагает мне не уничтожать наркотики, да? Такс. Сорян, но это ошибка. Сабал. Амита все рассказала про фабрику. Что и тебе она плакалась? Рассказывала, как тяжело быть первой женщиной Золотого Пути? Устал я от нее. Надеюсь, ты не купился, брат? Нет. Героин — это смерть. Да. Сам знаешь. Да. Убей людей Нур и взорви фабрику. Ок. Делов-то. Ок.
Вот. Используй эти заряды внутри. Встретитесь с повстанцами. Это где? Окей. Говорят, какой-то тип в одиночку вынес стоянку грузовиков. Хорошо, что он за нас. Снова летим, получается. Снова летим. Fly Cry 4. Так, пока летим. Летим. Сразу надо кое-что сделать. Летим. Все. Да. Сейчас еще один момент. Hello, guys. Это ты, Хавильдар? Да. Хавильдар, сержант, как вот. Меня это честь должна быть вторая будет, не? А, во. Осталось одно устройство сигнализации. Yeah.
хочешь поймать. Погнали, ебать. Наверное. Тарбозавр, Тарбозавр, самый жесткий динозавр, он ест, он пьет. Что мне давали рофлы, но как этими рофлами воспользоваться? Просто хаешка подойдет. Застрял, алло. О, найс, найс бот. Найс делаешь. Сейчас бы рокет джампить в игре, в которой рокет джампа нет. Понимаю. Ну ладно. Последний дрозд. Теперь можно обрушить трубу. Чё? Вопросы? Лол, взаимодействие же должно быть какое-то, правильно? У меня же... Бомбы!
понял. Готово. Теперь иди внутрь и взорви завод. Мы задержим этих ублюдков. Интересный вход. Ничего не видно, когда ты уже пройдешь этот кал, не знаю. Пощады! Судя по вот этой штуке, еще не скоро. Да они ебнутые, они сюда контента натолкали столько, что я хз. Теперь понятно, почему в пятой части они рофлили по поводу сбирания на вышек. Не рофлись по этому поводу, да просто ладно, негуманно после четвертой части. Давай, короче, мы сделаем вышки и аванпосты вместе. А еще, Забал, короче, будем тебе задание покончим. Кармы подбрасывать. Бесконечные. Мы сбились с пути, но ты исполнил волю Киры для ее народа. Мы очистились и воссоединились с землей. Ты указал нам верный путь, сын Махана. Вот. Ты, короче, бегай, открывай. Потом тебе доступны будут другие места, ты их тоже должен будешь, короче, открыть. Когда много всего пооткрываешь, можешь потом пойти захватить крепость. Как захватишь крепость, можешь захватить аэропорт. Аэропорт еще подэфать надо будет. Как захватишь достаточное количество вышек по радио вместо злодея с какой-то своей предысторией, с характером, который будет непосредственно с тобой общаться. Будет что-то пиздеть, какой-то рандомный чел, причем там 2-3 фразы, которые он постоянно повторяет. Тупо какого-то долбоеба еще свешного посадили за рубку. Которого сейчас разговаривает на фоне. Сидишь такой с капо фейсом. Понимаю. Умные люди инвестируют в опиум. Так что не теряйте времени даром. Бале. Ставь лайк, если иншалла. Не понял вот сейчас что-то. А где бум? Я же выстрелил из мины. Ну ладно. Отрублю тебе голову! Окей, это был начал. Это был куст. FBI, брат. Чем ты думала, идиотка? Так мог поступить только Пейган. Пейган? Да я думаю только о Керате. Делаю все, чтобы наш народ снова возродился. Подумай о предках, культуре, об обычаях.
обычаях. Хуичах. Женить детей, например. Бхатри, ты уготовил ту же участь? О, отлично! Покажи Аджаю, какой ты на самом деле. Ты для меня никто. Бля. Черед Нур. Да, согласна. Ее заставили. Пейган не дал ей выбора, грозил убить семью. А сколько семей погубила она сама? Ей нет оправдания. Нур заплатит, так же, как другие. Я сам решу судьбу Нур. Разрешение в Far Cry. Попинать мячик. Я тебе рассказывал историю Нур. Одна из моих любимых. Когда-то она была врачом. В начале моего правления Нур Наджар прибыла в Кират с гуманитарной миссией. Она имела дерзость написать рапорт о нарушениях прав человека при моем режиме. Я ее разыскал. Пригласил вернуться и посмотреть, как мы исправляем ситуацию согласно ее рекомендациям. И ее семью тоже. Она прибыла с мужем и детьми в мой дворец. Я даже презентацию устроил. 12 шагов. Борьба с нарушениями прав человека в Кирате. В каждом слайде. Кратко о том, как я собираюсь разрушить ее жизнь. Деблюр взял ее семью в заложники, а я поставил нашу великую гуманистку править самой жуткой частью империи. Ой, между нами. Теперь ей это нравится. Хи-хи-ха-ха или что? Точно не войду. Так, применим план Б. Хочешь на арену сырое мясо? Такс, применим план Б. Нам нужна помощь, мы опасны. Тот самый. Вкусное, сочное мясо. Мне не по силам. Заходи в мой магазин, жемчужину Кирата. Что за план, кстати? Проблюти за кулисы, но все еще. Нам нужна помощь! Мне при опасности!
Не суйся на арену! Попробуй горшки лепить. Как раз по тебе занятие. Я так-то прошел уже арену один разок. Если что. О, я видел тебя на арене. По-моему, ты не что я могу сделать? Вернитесь в зону задания. Похоже, лучше ставить на тебя. На арене ты выглядел испуганным, но справился отлично. Чего? В прошлый раз меня сюда не пускали. Лол. А, ну потому что мне... Эта дверь не нужна. Намасте. Ты милаки, как самосяц вас сати? Кей диноги? Жулоса мера бабу ко мрити убаю. О, и чуро чуро то крят куро. Судда. Их было много. Что я мог сделать? Синкинг. А, лол.
ебашил его инжектор. Ну-ка. Где мои родные? Мне жаль, Нур. Нет, нет. Мне жаль. Прости. Пейган убил их. Уже давно. Мне ни к чему жалость. Мне нужна моя семья. Мне жаль. Но теперь ты свободна. Да. Свободна. Да. От призраков убитых. Да. От всего, что сделала. Да? Что, сейчас суисайд будет? Я приучила их ко вкусу крови. Твоей. Моей. Вы же этого хотите? Больше крови! Вот! Подавитесь! Осуждаем. Свобода. Эф.
помянем. Свечка похуй. Здравствуй. Думаю, не собираюсь сражаться на арене. Спасибо. Полезный навык двигать трупы. Серия убийств. Убийство тяжелого бойца. Блин, это такой бред, лол. Все такое не нужно. Вот теперь вообще ничего нужного не осталось. Доступно название, новое задание. Окей. Сабал, готово. Сабал, рот ебал. Уверен, демон Ялунг уготовил ей особую участь. Ты поступил правильно. Юг, наконец, принадлежит нам. И народ вновь обрел веру. Хотя урок извлекли не все. Так, что там? То есть подход для уединенных размышлений. Здесь можно найти немного денег. В храме найти денег. Лол. Здесь можно найти бронежилет. Ну, кстати, ничего так. Самодельный самогонный аппарат не работает. Не страшно, Шангри-Ла, все равно. Зачем мне самогонный аппарат, который не работает? Пугью. Сад с несколькими видами растений, чтобы подходить быстрый сбор листьев. Окей, для скота. Которым же разгуливают местные свиньи, несколько метательных ножей. Крушение для дерева. Не, ну если... У дерева можно найти деньги. В принципе. Почему бы и нет? Молока, ну правда немного. 4. Ладно, так лучше. Отдай! Ты вернулся не как за добавкой? Да, да. У нас тут такой годный пакован нарисовался. Что за тема? Hot Rocks. Да. Яйца себе прожжешь и не заметишь. Что прожгу? А черт! Даже вставить не успела. А, наверное, невосприимчив стал. В следующий раз просто положим чуть больше, сам знаешь чего. Да ты заебал, чел. Теперь встал. Каждый раз одно и то же.
повешенная. Чел. Еще выживаю в этом мире. Nice задание. Провалено. Отстань. Лол. Все хорошо. Быть нормальным. Все хорошо. Минус тачка. Летим. Йоу, как сбросить скорость? Ну конечно. А, не получается, да, на крышу запрыгнуть? Не ожидали. Ты сгоришь сегодня? Окей. Nice trip. Thank you.
стоишь! Граната, йоу! Граната, беги! Не за что. Отдай Гейл! А? Сын Махана Гейла, главы Золотого Пути. В детстве мать увезла в Штаты, вернулся в Керат, чтобы исполнить ее, как говорится, волю. Ты кто? Узнаешь, если поможешь мне без проблем посадить самолет. Чего бы мне напрягаться? Малый, ты там не устал задавать тупые вопросы? Мы же вроде воюем. Подойди на меня. Если поможешь, организуем мини-вендетту в стране, где тебя никто не любит. И это, тебе тут письмецо. Эй! Ты где там? А, блин. Стой! Не уходи! Слава богам, я жив. Чё? Эй, иди сюда! Чё? Если бы не ты... Не знаю, что бы со мной было. Охренеть, я все еще жив. Может, ты мне тоже денег дашь, а? Ладно. Чтобы... так. Случилось. Я готов. Пошли, с тобой нельзя. Значит, едем. Silence, мое второе имя. Проверяй. Отстойно! Здание провалено. Только сейчас провалено, да? Окей, понимаю. Я на месте. Так, я при облете запалил пару снайперов. Залейте ими. Ты ж помнишь, прах у нас один на двоих. Чем меньше упыли на людей, тем легче Золотому Пути будет захватить аэропорт. Чуть не забыл. Не высовывайся. Представь, что ты республиканец Сан-Франциско. Не спались, усёк? Мне надо будет пересечься с офицером в аэропорту. И про тебя ему знать совершенно не обязательно. Как закончишь, выходи на связь. А где остальные?
Окей, раз. Где еще двое должно быть? Пошел нахуй. Где ластовый? Покажите мне. Я на месте. Так, я в приоблете запалил пару снайперов. Зовите ими. Прям всех шестерых, да, приоблете? Чем меньше у Пейгана людей, тем легче Золотому пути будет захватить аэропорт. Ага. Чуть не забыл. Не высовывайся. Представь, что ты республиканец Сан-Франциско. Не спалить, усек? Мне надо будет перетечься с офицером в аэропорту. И про тебя ему знать совершенно не обязательно. Как закончишь, выходи на связь. Я хуею. Ну давай, скажи, что он с другой стороны этого здания. Бля. Я нашел все сигналки, но не нашел всех снайперов. Алло. Окей.
Окей. Все, спрятали посты. Можно садиться. О снайперах я позаботился. Отлично! Иду на посадку. Давай на вышку. Как будешь там, свяжись со мной. На которую? Я на месте. Прикрой на всякий случай. Заскочу к ребятам на пару слов, а там встретимся. Если они заортачатся, я подам сигнал. Какой сигнал? Услышишь рейгономика? Пали без разбору, пока всех не перебьешь. Рейгономика? Понял. Я останусь на связи, но тихо. Помехи мне не нужны. Этот парень, он немного нервный. Ясно? Ясно. Ладно, поехали. Вот, все привез, как вы и просили. Новый план. Не понял? Новый план. Юма велела доставить тебя к ней. Вы шутите? Нет-нет, мы же договорились. Ничего не знаю и знать не хочу. Ты пойдешь со мной к Юме. Давайте это как-то решим, ладно? Все, нечего здесь больше решать. В моей стране уговор есть уговор. Его нельзя нарушать. Долларом клянусь. С меня довольно. Ты слышал про рейгономику? Это взвешенный... Проснись! В меня вот стреляют! Кулаки и парни приближаются с севера! Враги идут с юга! Займись ими! Эй! Я пули пробиваем! Вытащи меня! Так а что ты пули пробиваешься-то? Лаки, парни подходят с востока! Сними их! Становится жарковато! Бегу в сторону склада! Прикрой! Ты уснул? Прикрыть, значит прикрыть меня! Ублюдки приближаются со стороны гор! Вон он! Наверху! Жарко! Словно снова в Ираке очутился! Йоу, чел. Куда целимся? Похоже, наш сабантуй привлек внимание. Так, что-то дождь крепчает, поищу-ка укрытие. Ты давай, дурака, не валяй. Выйдите этот минометный расчет и всех там, кто жаждет мстить за павших товарищей. Понял? Супер. Держитесь вместе, парни!
с твоей стороны не слышно взрывов и выстрелов. Кажется, вокруг тебя чисто. Ищи меня на складе. Хоть повидаемся, наконец. За 25 лет я так и не понял, от чего этот запах. От мусора или от гниющих надежд? Какой еще запах? Избавляемся от маскировки. Так, и кто ты такой? Как так? Вроде американец, а пользы как от зонта в ливень. Не чета прошлому напарничку, которому постоянно подгузники менять приходилось. Хотя сходство есть. От патриотизма вас обоих распирает. Того и гляди, яблочный пирог через поры полезет. От зонта в ливень? Я из Лэнгли, агент Уиллис Хантли. Лэнгли, ЦРУшник. Информация о том, кто убил твоего отца, подшита к делу. И где оно? На том взлетающем самолете. Вот блин! Держи, может пригодиться. Просто сказать нельзя было. Чего, блять? Догоните самолет. Догнал, проверяй. Йоу, Just Cause, это ты? В принципе, эффектно, окей, но это мог быть другой чемодан. Какого? Я так понимаю, папка у тебя? Да, и тут ни хрена нет. Засекречено. Хочешь больше инфы? Заткнись и сделай кое-что для меня. Глядишь, узнаешь что-нибудь. Ладно. И что мне делать? Я намерен прикончить Пейгана и Юму, раз уж местные облажались. Я думал, вы тут спецы по партизанским войнам. Мы? Золотой путь все делает не так. Я покажу им, как воевать. Шаг первый — сдать аэропорт. Шаг второй — нанять Аджая Гейла. Это ты. Как будешь готов, заходи. Ах, да, и не говори Золотому пути о нашей сделке. Им это знать незачем, поверь. А теперь извини, мне нужно идти. Дела зовут. Охренеть, тупо сраная яма? Какая сраная яма, лол, чел, ты о чем вообще? Херня! Эй, тебя что, не учили? Сначала стучи. Где оригиналы? Повторяю, раз ты такой забывчивый. Ты помогаешь мне, я помогаю тебе. Ладно. Окей. Залазь, расскажу тебе кое-что. Так сказать, аванс. Хорошо. Валяй. Я встретил твоего отца в Тиртхе, ну и за стаканом другим принял в наши ряды. Он тогда впахивал на Пейгана мина. Глаза светятся, все дела. Когда мин прикончил наследника трона, такой вал говна поднялся. Извиняюсь, конечно. Что? Не-не-не, я тебя не слышу. Не парься, справимся с этой работенкой, получишь полный расклад. Ничего страшного, у меня есть субтитры. Уехали, в Керате
стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Триада аж по самой инь-ян. В курсе, что это? Инь-ян. А, ну да. Так, а зачем мы тут? Хотим прикрыть одну из лавочек Юмы. Выгорит. Заставим даму говорить. Очень гостеприимно. Да, блядь. Тебя бы ушла от спас или чё? Почему не варшот нос? Понимаю. Не, давайте еще разок. Вы вовремя уехали, в Керате стало тяжко. И, судя по всему, виновата Юма. Скипается. Есть вопросы? Задай их ей. Что о ней знаешь? Лучшая подружка Пейгана. Из Гонконга. Триада аж по самой инь-ян. В курсе, что это? Инь-ян. А, ну да. Так, а зачем мы тут? Хотим прикрыть одну из лавочек Юм. Выгорит. Заставим даму кантики, кантики делай. Я его достану. Вау. Типа вот эти должны были пройти. Да, сейчас что ли начать заново. Это прикол такой, я должен подождать, пока вертолет улетит или...
Это же тихо, да, было? Никто не услышал. Кто кого видел? Никто никого не видел. Уиллис, с помощником Юмы разобрался. Идет за фото. Ты уверен, что это был нужный? Как, по-твоему, я могу это проверить? Сфотографируй и пришли фото мне. Ну да, это он, я отсюда вижу. Лол. Забилите. По нулям. Не твоя цель. Тот, кто тебе нужен, следит за раскопками Юмы. Знаешь что? Зачисти в этой зоне всех парней, которые на вид годны на что-то большее, чем мытье посуды и чистка сортира. Знаешь, дебиз американской армии? Убивайте всех, Господь своих опознает. Свяжись со мной, когда хочешь. Понимаю. Ту-ту-ту-ту. Смерть очистит тебя! Гейл у меня на мушке! Уничтожу! Ту-ту-ту-ту-ту. FBI, open up. Веселье пиздец, чел. Веселюсь не могу. Что? Хеликоптер. Баба.
Иди нахуй. Где, чего? О май гад, это что, тот самый чел? Вау. Та самая куртка. Возьми с полки пирожок. Убьешь командира, звони. А вот теперь в натуре вбиваю на... Что? Стой! Как мне отсюда выбираться? Не сцеп прорвешься. Когда надо будет, я вернусь. Конечно. Ты мне не противник. То, что в 2 метрах от вас вы не слышите, а в 10 почему бы и нет. Понимаю. Понял.
Давненько я никому кровь не пускал. Вы что, ёбнулись? Вы что, ёбнулись? Вы ёбнулись. Еще не подняли, куда ты гранату кидаешь, шпаров или что? А, долбай, с базукой проснулся. Понимаю. Два умника были. Все сделал. Ага. Сейчас я завтрак доем, а там у тебя подхвачу. Бекона в этой стране днем с огнем не сыщешь, мать твою. Отбой. Я от себя думал, неужели белая униформа на снегу плохо видна? Действительно плохо видна. Ну что, молокосос, как Томас ты там? Полет действия? Нормальный? Найду другой выход на Юму. Свяжусь с тобой.
Виллис оставил вас в журнал убежище. Можем сразу тэпнуться? О, да, кайф.